Я хочу еще сходить на карусели. Да, милая, покатаемся на каруселях, как только вернусь. Но тебе пора спать. Прощайся и передай трубку. Спокойной ночи, пап. Люблю тебя. С тех пор, как вернулись, только и болтает о карусели. Как я по вам скучаю. Да, я тоже. Скучает Джимми. Я тоже по тебе скучаю. Ученым из корпорации Гентек, несмотря на все попытки, до сих пор не удалось найти объяснение так называемой вспышки. На место уже прибыли элитные войска под названием «Черный дозор». Я думала, все уже кончилось. А теперь говорят, что опять началась эпидемия. Постарайся успокоиться, хорошо. Через пару недель вернусь домой. И тогда поедем к твоей матери. И пока все не уладится. Свидетели утверждают, что вчера в Центральном парке женщину и двух подростков убил так называемый «живой мертвец». Представители Гентек подтвердили, что преступник действительно заражен вирусом Мерсера, который все считали истребленным еще в прошлом году. За окном постоянно маячит черный газон. Школу Майи закрыли. Вряд ли стоит тут оставаться. Пришли, просили не разводить тут панику. Тогда не разводи панику, договорились. Приеду завтра вечером и отвезем Майю к твоей матери. Ладно, если говорят, что все под контролем, значит так и есть, да? Считают, что «Черный дозор» ведет в городе военное положение в ближайшие двое суток. Мы настоятельно рекомендуем всем, кто может, начать эвакуацию прямо сейчас. За последние 72 часа вирусная эпидемия достигла небывалых масштабов. Очевидцы сообщают, что видели Алекса Мерсера, ответственного за эту катастрофическую вспышку. Жаль, что я так далеко от вас. Скучаю, папуль. Я тоже, моя милая. Но не бойся. Папа уже едет. Это чертово! Сёгун, это Ниндзя 3-3.
Вас понял, 3-3. Что там у вас происходит? Выясняю. Вот дерьмо. Алекс Мерсер. Алекс Мер... Дерьмо. Ред Краун, Алекс Мерсер находится в квадрате 3-4. Повторяю. Алекс Мерсер в правой зоне, квадрат 3. Ниндзя 3-3, это Ред Краун. Высылаю к вам подкрепление. Удерживайте свою позицию. Ред Краун, внимание. Я не в гребаном черном дозоре. Что? Это все? А эта тварь что задумала? Что? Думаешь, я за тобой не пойду? Не смей от меня убегать! Ну что, набегался? Что? Это все от вируса?
Отвали от меня! Сука. Никто такое не переживет. В его организме вирус. Поэтому и нужны эксперименты, доктор. А если результат вас не устроит, Рукс, что тогда? Хеллер — собственность Гентек. Если что, все сжигайте. Сжечь? Нет, ни за что, нет. Образец бесценен. Полковник приказал сжечь. Значит, сожжете. Пора начинать. За фигня. Выпустите, блин, меня отсюда. У вас есть все необходимое, доктор? Полковник, прошу. Надо узнать о нем как можно больше. Эй, я тебя слышу! Боже мой. Данные, которые мы здесь собираем, поистине уникальны. Я тебя прибью, как только отсюда выберусь. Эй, слышишь меня? Хватит! Сжечь его! Рукс, нет, не смей! Хеллер слишком ценен и должен остаться в живых. Ваши возражения учтены, доктор, и отклонены. Лейтенант Райли, запускайте. Есть, сэр. Приказ о сожжении от полковника Дагласа Рукса. Время 02:23.
он жив! Огонь! Раза, выпускайте все группы особей! Живо! Нет! Господи! О, Боже! Надо же! Он исцелился! Твою мать! Что вы со мной сделал? Заткнитесь, док! Эвакуировать весь персонал! Установить периметр по всему зданию! Вас понял, полковник. Редлер 1-1 уже в пути. А это мой билет отсюда. Со мной сделал. Райли, сжечь его! С радостью. Хеллер, жри их! Жри, если хочешь жить! Заткнитесь, док! Эвакуировать весь персонал! Установить периметр по всему зданию! Вас понял, полковник. Редлер 1-1 уже в пути. А это мой билет отсюда. Со мной сделал. Райли, сжечь его! С радостью. Хеллер, жри их! Жри, если хочешь жить! Заткнитесь, док! Эвакуировать весь персонал! Установить периметр по всему зданию! Вас понял, полковник. Редлер 1-1 уже в пути. А это мой билет отсюда. Со мной сделал. Райли, сжечь его! С радостью. Хеллер, жри их! Жри, если хочешь жить! Заткнитесь, док! Эвакуировать весь персонал! Установить периметр по всему зданию! Вас понял, полковник. Редлер 1-1 уже в пути. А это мой билет отсюда. Хватит.
Огонь! Он жив! Огонь! Со мной сделал. Райли, сжечь его! С радостью. Хеллер, жри их! Жри, если хочешь жить! Заткнитесь, док! Эвакуировать весь персонал! Установить периметр по всему зданию! Вас понял, полковник. Редфер 1-1 уже в пути. А это мой билет отсюда.